Мы продолжаем с вами распаковку новой коллекции Мелиссы сезона весна-лето 2021 года. Коллекция называется Dreamers. Сегодня у нас с вами детские сандали Puppet плюс Rider, который идет в четырех цветах и в размерах с 23 по 30. Итак, погнали. Сейчас вам все покажу. Значит, начнем мы с черно-желтого цвета. Артикул модели 32272, цвет 53644, черно-желтый, 23 размер. Давайте посмотрим, что это у нас за моделька. Так, ну вот, такая симпатяшка. Про материалы и характеристики я скажу чуть позже. Сейчас мы посмотрим сначала все расцветки. Так, следующий цвет, модель, артикул та же самая. 32972. Цвет 51492. Черно-белый. Такая светлая подошва, такой рант белого цвета, мягкая стелька из эвы. Так, дальше. Сандалии, модель, артикул модели 32972, цвет 53328, розовый, также 23 размер. Смотрим с вами. Такие вот розовые. Сандалики. Такая подошва. Вот такие для девочки. Хороший вариант. Следующий цвет. Тот же самый артикул модели 32972. Цвет 53652. Желто-синий. Это знакомая расцветка, она была в прошлом году по взрослой модели. Единственное, что там была платформа, они были высокие. Вот такая моделька. Так, и значит, мы сейчас с вами распакуем все остальные размеры в этом цвете. Так, это у нас самый маленький размер, получается 23, 22, 23 европейский. Так, следующий размер 24. Распаковываем с вами. Угу, 24 размер. Следующий размер 25-26, спаренный. Шаг между размерами составляет ровно 1 сантиметр. Следующий размер 27. Дальше 28-29. И последний размер 30. Ну вот, собственно говоря, 4 цвета. И получается у нас 6 размеров. Обратите внимание на детали, как сделаны элементы крепления. Они сделаны из такого же материала, как и сама обувь. Это не просто пластик твердый. Это все единое целое. Все прошито. Все аккуратно забрендировано. Качественные липучки велкро. Ну, китайцы, то есть, сделали бы
Да, китайцы сделали бы просто. Это было бы твердо, липучки были бы там какие-то дешевые, плохо крепились. Кстати, некоторые клиенты у нас жалуются на то, что вот когда попадает песок либо грязь на липучки, они потом начинают плохо прилипать. Мне кажется, любая там обувь, любая липучка, если завалить ее там в грязи, она перестанет работать. То есть это не вина Мелиссы. Нет, все элементы мягкие, все элементы одной твердости. Мелисса Папет плюс Райдер сочетает в себе комфорт и отличное настроение. Создан специально для того, чтобы перебросить мостик современного уличного настроения в практичный и свежий формат. Стелька выполнена из Эва, а подошва из Милфлекс. Это решение позволило уменьшить вес обуви. Верх обуви состоит из микса Милфлекса и текстиля. Полнота верха регулируется. Модель подходит как для девочек, так и для мальчиков и объединяет ДНК двух брендов – Мелисса и Райдер, которые принадлежат компании Гриндин.
AirPods 3. Грамм. Размер 24. 326 грамм. Один сандали 113 грамм. Два сандали 226 грамм. Размер 25-26. 350 грамм. Один сандаль 126. Два сандаля 250 грамм. Размер 27. 375 грамм. Один сандаль 137. Два 274. Размер 28-29. 416 грамм. Один сандаль 159 грамм. Два сандаля 319. Размер 30. 439 грамм. Один сандаль 173 грамма. Два сандаля 343 грамма. Коробки во всех размерах абсолютно одинаковые. Здесь коробка получается почти 13 сантиметров. Ширина, длина 21 сантиметр и глубина 8 сантиметров.